Burger, some burger. Смотри, пот. Серега. Дали 45 секунд. Да перестань. Флот это тебе не армия. Виталий. Ушел в кают-компанию. Ты потом за ветки держись, чтобы сразу на глубину не пошел. Хорошо. Возьми вот палку и на середине так нырнешь, если показать перед собой, какая общая глубина. На. Палку держи, она тебе сгодится. Далеко не ходи, сразу верни палку, а потом плыви на тот берег. Вон там, среди березок побудь. Вон там березняк. Да? Да, да. Доплывешь? Нет. А? Нет. Нет, ну возле берега держись, чтобы не утонуть. Все, давай. А назад, давай. Все, все, сошел. Положи сюда. О, вылазить будешь. Давай. Все, ныряй головой. Не ныряй только головой. Это все, что ли? Ого, тут бобер поработал. Вот тут надо снять. Ну на, сними. Не-не-не, вы что, без решения, Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович! Игнатий Тихонович! Я маленько. Не-не-не, без решения. Сейчас, давай, ты попроси его. Он уже вчера не стал снимать. Он уже вчера снимал. Он забыл, может быть. Игнатий Тихонович! Давайте я покажу, как бобер прорыл. 11 нор, я уже знаю. А не хочешь на камеру заснять? На камеру? Не надо, он уронит камеру. Да я не уроню. Не надо, бобра не поймает, а камеру лишишься. Я не уроню, Игнатий. Нет, не надо, пока я сам. Никуда не давай. Смотри, ты сам не урони. Сережа, отойди маленько подальше. Если уронишь, то на землю. С этим шутки плохие. Давай, плыви, ложись. С разбегу. Сейчас я найду поглубже. Угребайся по земле, по глине. Давай до березки дойди, а тебя отсюда сфотографируют. А потом Насте пошлешь с ним и скажи, я живой, здоровый, так что скажи, не бойся. Я могу и миллион заработать такими снимками. Может этот снимок где-нибудь отдать такой, ну там где-то есть у них интересные кадры. Редкие, которые написаны, если бы кто увидел, весь интернет рыдал. Виталий, взорви интернет весь. Взорвал. Виталий взорвал весь интернет. Все. Погрузился. Полное погружение. Молодец. Я на Байкале вот так же. Там нельзя зайти. Голыши одни, еще хуже нашего. Братья. Вот, такой вот, вот это ролик взорвал интернет. А почему он взорвал-то? Я зашел, он взорвал интернет. Володя, забивай скорее. Сейчас. Больше туда надо открыть сено и сеном забей. Вот. Я его сейчас снимок пойду, надо пойти сделать снимок, я ему обещал. Отсюда-то снимок-то получится? Ну, если приблизить, то да. Так, фотоаппарат пойду возьму. Володя, разреши мне пройти. Ты как крут вот сейчас. Ничем не отличаешься. Маленький кротенок в банк у тебя. Бочку только там поставить. Вот он вылетел, видишь? Подтягивайся на березе. Стой там, сейчас я сфотографирую. Вот и хорошо, давай ее. Стой. Ломай ее. Я пойду березу заломать. Лопали березы стоят. Далее, подожди. Подожди, сейчас он фотоаппарат возьмет. Куда полез, там не знаю. Где палочка, собака научилась. Приведи ветки, сразу рви ее зубами. Снимай, снимай.
Он говорит, он ее сейчас оторвет. Он спрятался, как тарзан. Он спрятался, он качается на ней. Ну. Ну-ка. Давай, делай подъем переворотом. Поплыл, поплыл. Подтягивайся. О, он наверх, наверх полез, смотри. Вот это говорил же обезьяна. Орангутанг. О, качается. О, о, о. Давай, фото, 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 Игнат Тихонович. Это медведя Каалу напоминает. Ленивец. Есть такие медведи. О! О, вот это да. Залез. Давай еще. Вот тебе не дают свидания с сыном. Какое тебе свидание? Радуйся. Влез бы я на пальму, да? Ухватился бы за ветви ее. Песня песней. Как бы он не засыпился чем-нибудь. Виталя, береги! Там можно сучок наоборот. Сучок на сучок зацепится. Смотри, он старается. Это, Володя, ты глянь на него. Чем-то он мне Василия напоминает, Черепанова. Тот тоже по деревьям лазил. Так там ты и заставлял. Нет, я не заставлял, он сам вызвался. Ну, подожди сейчас, держи так руку. Держи. Что-то у меня тут плохо это срабатывает. Сейчас, сейчас. Надо найти, где он. Что-то я не найду никак. Вы сначала отдалите его. Увидите, а потом медленно приближайте. Вот, приближайте медленно. О. О. Виталя, руку давай! Поднимай руку. О! Еще подожди. О, палец вот так вверху, палец. Нет, ты ж глохнет и все. Он два перста, что ли? Два перста. Ты ж старообрядцев не любишь, что ты? Он не любит их? Нет, говорит, злодей, говорит. Старообрядчество, это, я им сказал, говорю, полигон зарытых талантов. Да, все. Говорит. Все. Все, теперь ныряй оттуда. Не издумай нырять. Некуда там. Видишь, как он сделал. Он будет все день сидеть, если бы не работал. А как теперь слазить? Спрашивает, как слазить. Скажите, слазить не надо, скажите. Можешь не слазить, Игнат Тихонович говорит. Ответ какой. Володя, маленько подними-ка головку. Сергей, убери фуражку-то на бок. Снимай вот здесь. Снимай, снимай туда. Володя, голову-то подними. Так, сиди. Вот так, все. О, ты смотри-ка. Слез что-то странно. Сюда вот, идет. Да, вообще. Ребята, радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша много на небесах. Так гнали пророков прежде вас. Давай, плыви! Он плывет, плывет, показывай. Приближай. Бегемот. Повыше. Вон он скрылся. Встал. Маленько до колен не достает. Давай еще заныр. Еще один заныр такой. Вообще, я вчера точно так же плавал. Гляди. Бегемот и отдыхает. Где он сейчас пузом пропашет, там глубже будет. Носом. Володя, скорее заканчивай там и затрамбовать надо это все. Бери доску. Ну давай брасом или кролем, покажи класс. Давай в размашку. Прахом или голем, говорит.
Давай. Ну, вот, кролем. Ну вот тебя. А кролем слабо? Двумя руками одновременно. Только носом был, грязь упрется тогда. Вот мы выстоим где там, а то шарваш какой-то, 13-кратный чемпион подводного плавания. Вот утром попробовал бы. Шарваш — это герой, а Акопян. Спас скольких людей там. Если бы он христианин был, я не знаю, так вообще тогда. Вот он как поплывет. Гляди, двумя руками. Гляди. Это как называется? Брасом? Кролем. Кролем? А может, брасом, я не знаю. Кроль — это когда две попеременно рухит, а тут брасом. В общем, как кролик. Ой-ой-ой. Смотри, я заканчиваю работу. Тут самое глубокое. Больше сегодня не будет. Сейчас поедем на другой пруд. Сережа. Смотри, Володе покажи. Что мы делаем сейчас? Промазывает доску, чтоб не сгнило. Уталкиваем. Можно приступать. А Никита каждый раз вот сюда вот. Он говорит, ой, у него говорит, там кишки в кашу превратились. Ну ты не в обиде, что разрешили искупаться? Нет, хорошо. Хорошо. У тебя редкие снимки. Они, если не взорвут интернет, ну, увеличат количество посещений. Так. Ну все. Выключать? Знаешь что, ты одежду возьми, с одежды там спустись, ноги помыть. А то лучше ведро почерпни и ведре около ведра помоешь. Почерпни сам, дай ему, где ведро? Вон оно где. Там можно продрать и прям почерпнуть. Да вот, по этой, под норы. По жердинке пройди. А ты можешь, да? Вот по этой проходи. А ты по этой проходишь? Вот по этой я хочу. Ту-ту-ту-ту. Руки в стороны. Ту-ту-ту-ту. Вот ты знаешь, у нас из деревни выезжать под мостом. Ты единственный человек, кто под мостом прошел, это Виталий. Ту-ту-ту-ту. Видел, нет? А. Там труба лежит с водой, и он под ней прошел, под дорогой. Там очень ледяная вода была. Ну, там под тенечком. Он все это помнит. Ну. Еще и приехал сюда опять. Понравилось. Экстрим. Виталий экстримал. Ну, нате, Игнат Тихонович, поснимайте или что? Ну, что? Надо кидать там, он сейчас заканчивать. Или хватит. Да. Давай. Иди на ту сторону. Здесь закончено все. Давай, давай, вылазь. У тебя получится. И там такая руками плещи на нее. А вот какой-то мешок там, возьми простой мешок. Где? Пустой мешок, ему кинь, Володя. Ну, подожди, это Виталий. На мешок встанешь? Дай. Бери. Это не беда. Никакая. Это пиявки Игнатьевич ставил. Вот. Ой-ой-ой. Область печени. Это плохо. Почему? А что у тебя живот трясется-то как это? Сколько? Ну-ка согни пополам его. Посни. Вот это да. Это я понимаю, борец с женским полом. Так у Федора так же. А у тебя? У Федора-то такая же. Да, может быть. Ты сейчас это, себе там плещи, все, ноги-то ведро не надо, на ноги. Помой их, а потом станешь на чистое. Во. Все, заканчиваем, уезжаем на другой пруд. Такая работа проделана. На три доски уже сделали пролет. А сколько здесь? Ну, можем сказать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 40 на 11.
Это что получается? 11. 11 по 20. 2,20. 2,20 ширина. Это вполне прилично. Володя делает, чтобы не подмыло. Все, забивай и прибивай. А почему она не вплотную, ты знаешь? Она загнута. А? Загнута. У нее край загибается вот так вот. А я думаю, доски неровные, нет? Да, доска вот неровная. Доска. Нет, может быть, да, в которую упирается неровная? Нет, я не про эту щель-то, а то, что она возвышается. Ну сейчас, давай туда сено, на. Сейчас, сейчас, подождите, я... И забывай, забивай. Что там ждать-то? Все. Там и сходи за мешком, там еще есть, осталось. Ты подожди, сначала подложи сено. Куда? Чтобы она сеном зажала его. Кого? Доска через сено, с сеном прижми. Я уже прибил ее. Уже оттяпал голову. Там у них это, шерсть, шерсть, вот. Ну так толкай шерсть туда, чтобы прибита была. Там внизу шерсть. Так внизу здесь-то в щель-то у тебя пропадет. Вот это-то, вот. Забей туда, потом прибьешь топором. И везде тогда проконопать. Я прибил. Так зачем же ты прибивал? Надо было подложить подкладка. Я думаю, тут все равно затянет оно. Какие березы здесь. Ой-ой-ой. Это издалека только не видать. Мощнейшее. С каждой березы бочка березовки может быть. Огромная. Ну и осины тоже большие. А там дальше два спуска. Вернее, задерживали. Второй где-то не видать. Ну тут еще на метра полтора, она меньше стала, да. 40 сантиметров, метра полтора, метра 90 и было бы весной. Игнат Тихонович, а? Ну я это... Одеваешься? Не показывать. Ну давай, давай, я выключаю.